Свалка, возгорание которой произошло в Балакове накануне, горит до сих пор. В этом убедился корреспондент нашего канала. Как нам сообщил инспектор пожарного надзора Дмитрий Соболев, вчера на тушение огня выезжали пожарные. Однако сегодня из тлеющего мусора вновь вырывается пламя. Из-за этого возгорания уже третий день балаковцы ощущают едкий запах гари. Несанкционированная свалка сейчас горит не вся. Огонь виднеется лишь на одной половине. Однако вполне вероятно, что он перекинется и на вторую половину. Мусор здесь строительный, много резиновых покрышек и картона. Если возгорание не будет ликвидировано в ближайшее время, то запах гари в городе будет стоять еще не один день. При этом, как нам сообщили на метеостанции Озерной, превышение уровня загрязнения воздуха не зафиксировано.